анонс и дата выхода нового 16-серийного сериала «Емеля». Премьера сериала состоится осенью на канале НТВ. Команда следователей, куда входят капитаны Емелин, Васин и Долбунов, расследуют уголовные дела особой сложности. Эксперт-криминалист Маша Лихачева всегда выезжает с ними на места преступлений. Непосредственный начальник, полковник Хитрук, настороженно относится к Емеле, у которого не слишком покладистый и вспыльчивый характер. Благодаря его нерадивому мышлению удается поддержать в отделе хорошую раскрываемость. Он быстро определяет местонахождение злоумышленников, применяет решительность и силу. Компания распределяет обязанности, что способствует успешной слежке и нахождению важной информации, которую достает Васин. Долбунов привык придерживаться гороскопа и свято верит в предсказания. Поэтому никогда не поедет на задержание, если звезды против. Дружба с Марией помогает Емелину не только в зацепках, но и в личном направлении, где часто случаются романы и запутанные ситуации с женщинами. Премьера сериала состоится осенью на канале НТВ. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.